Я рада вітати вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – як зберегти себе здоровим і бадьорим на довгі роки. І сьогодні у нас в студії гість, який володіє таємницями цього здорового способу життя. Инструктор с йоги Вячеслав Каменев. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы снова у нас в студии, потому что вы владеете секретами здорового образа жизни, но главное, вы владеете секретом, как оставаться здоровым и бодрым на долгие годы. Вы знаете, сейчас такой период, я думаю, что наши телезрители согласятся с этим, период, когда болеют, когда недомогают, а впереди Новый год, нужны силы, чтобы встретить праздник, а главное, чтобы до этого праздника дожить. И Вячеслав Каменев сейчас поделится этими секретами. Итак, Вячеслав, будьте добры. Стремительный образ жизни. Конечно, он никоим образом не способствует нашему хорошему самочувствию, правда? Да. Добрый день, дорогие телезрители, еще раз. Первое, с чего я хотел начать свой разговор, на самом деле никаких секретов нет, все есть в нас. Первое, есть такие качества, как умеренность. С него стоит начать. Впереди праздники. То есть первое правило – это умеренность. Умеренность – это говорит о том, что надо снизить важность происходящим событиям. Мы сильно много придаем значению тому, чего на самом деле не имеет огромного значения. Но мы вкладываем в это наши силы, энергии. Если у нас что-то не получается, мы очень сильно по этому поводу расстраиваемся. Поэтому первое – начнем с такого качества, как умеренность. Умеренность во всем. Ну, кстати, умеренность во всем, вы знаете, это самое замечательное качество, которого именно нам и не хватает, потому что, окунаясь головой в этот жизненный водоворот, забываешь об умеренности, о мере безопасности, обо всем. Несешься стремительно. А ведь умеренности нужно учиться, Вячеслав. Да, я с вами согласен. Первое, чем нужно учиться, научиться радоваться каждому дню. Пусть каждый день вашей жизни будет праздником. Конечно, это всего лишь простые слова, проще сказать, но человек, который радуется каждому дню, который каждый день делает праздник, такой человек является любящим человеком. Я немножко хотел затронуть эту тему любви к себе, потому что в Библии даже сказано мудрые слова «возлюби ближнего как самого себя». Но если мы себя не любим, то что мы можем дать другому человеку? Ничего. Поэтому первое, с чего мы должны начать, это путь к себе, это к любви к себе. Об этом очень много написано книг. Но мы на самом деле не понимаем, что же есть на самом деле любовь к себе. Это сильно громкие слова. Первая ступенька любви к себе, есть такое качество, как эгоизм называется. Человек, который стал эгоистом, этот человек, возможно, тогда человек сможет полюбить себя. Без этого это сильно большой скачок от нелюбви к любви к себе. Это практически невозможно. Нам говорили, что эгоистам быть на самом деле плохо. Ну да, вспоминая детские наставления взрослых, не будь эгоистом. Это эгоист, это нарицательное такое имя. Просто я хочу объяснить еще кое-что. Все говорят, я хочу сделать кого-то счастливым, я хочу полюбить кого-то. Если я сам себя не люблю и я несчастлив, то я не смогу это передать кому-либо другому. Если я не умею вязать крестиком, да, то я не смогу научить это другому. Если я познал искусство вязания крестиком, тогда я это искусство могу передать вам. Так же самое, если я полюбил себя, для начала стал эгоистом. Сегодня у нас тема лекции «Здоровый эгоизм». Да. Здоровый эгоизм. Я вкратце объясню, на самом деле, что такое эгоизм. Сегодня не лекция «Эгоизм», а сегодня лекция «Здоровый образ жизни». Я вкратце расскажу. Эгоизм – это в первую очередь, если красивыми словами сказать, нарицанием, это забор вокруг цветущего сада, который не позволяет этот забор людям, животным растоптать эти растения. То есть здоровый эгоизм – это забор, который нам всем необходим. Здоровый эгоист может сказать «нет» на те вещи, когда на него хотят возложить ответственность, к которой он не имеет никакого отношения. Или которая превыше его сил. Превыше его сил, да. Здоровый эгоизм – это когда человек занят в основном тем, что в первую очередь сделать себя счастливым. Он не ждет, что кто-то сделает его счастливым.
Это и есть основные принципы эгоизма. Это эго в центре. Человек нацелен на свой внутренний мир, познать себя, ему это интересно. Поэтому люди придумали праздники, веселье, но в первую очередь это внешнее. Это неплохо, это все хорошо, но когда мы начнем внутри себя менять что-то, тогда и внешние события, внешний мир будет намного интереснее, ярче, красочнее все происходить. Поэтому первый пунктик, я считаю, это надо стать эгоистами, здоровыми эгоистами. Первое правило здорового эгоиста – это правильно расставлять приоритеты в жизни. Мы должны научиться расставлять правильно приоритеты и задавать себе правильные вопросы. Себе задавать правильные вопросы. Если я съем килограмм конфет, то есть это сделает мое тело здоровее, крепче? Нет. Но это так вкусно. Умеренность. То есть мы должны правильно расставлять приоритеты в своей жизни и во всем. Это не только касательно еды, это касательно семьи, касательно работы, касательно многих вещей. Поэтому, когда вы сядете за стол в Новый год, подумайте, когда вы будете переедать, перепивать, будете ли вы довольны результатом, а что будет потом, а последствиями я буду доволен. Когда человек себе начнет задавать такие вопросы, возможно, его результат, последствий своих действий не совсем будет радовать, когда он на утро просыпается от переедания, от того, что болит голова, от перепивания. Должна быть во всем умеренность. Я призываю людей быть умеренными. Это качество, необходимое для выживания в этом мире. Потом, я считаю, немаловажным фактором есть, когда люди начинают брать ответственность за свою жизнь. Что это значит в моем понимании? За свою жизнь. За свою жизнь брать ответственность, да, когда человек просыпается. В момент негативных событий, стрессов, люди бегут чаще всего к своему Богу. Что это значит, я хочу объяснить в моем понимании. Когда человеку плохо, стресс, негативная ситуация. Кто-то бежит в ларек за бутылкой водки, да? Кто-то бежит к подружке, кто-то идет в храм. Люди бегут куда-то, но не к себе. Человек, который любит себя, который стал для начала эгоистом, в первую очередь пытается обратить внимание на самого себя, понять, почему я создал эту ситуацию, чем я ее притянул, какими мыслями, какими поступками. То есть, таким образом человек пытается ответственность перенести за себя. Он не ищет виноватых в окружающем мире. Все, что с ним происходит, он начинает осознавать, что он создатель своей жизни. Об этом очень много говорится сейчас в книгах, в интернете, очень много информации на эту тему. Да, но, к сожалению, Вячеслав, не все прислушиваются, потому что в основном, действительно, мы склонны винить всех и вся, но только не себя в создавшейся обстановке, ситуации. Потому что очень много людей, на самом деле, эгоцентристы. Есть разные вещи. Эгоизм, эгоцентризм. Повторю, это не лекция сегодняшней передачи, поэтому я очень кратко об этом поговорю. Для того, чтобы брать ответственность за свою жизнь и идти к себе. Что значит идти к себе? Полюбить себя, стать Богом. Как в Библии также сказано, по образу и подобию, да, мы созданы. Бог нас создал по образу и подобию. То есть мы, Боги, в нас есть все для того, чтобы быть здоровым, счастливым, красивым, богатым и так далее. Для начала я предлагаю становиться более осознанными. Это то качество, которое, мне кажется, не хватает в данный момент нашим людям. Осознанность. Что это значит? Это в первую очередь наблюдать, наблюдение. Наблюдать за своим телом. Оно нам всегда дает подсказки, да, когда оно начинает страдать или ему чего-то не хватает. То есть наблюдать за состоянием своего тела. Вячеслав, наблюдать за своим телом. Просыпаешься утром, ну как... Чувствовать, чего не хватает. И чувствуешь, что не хватает всего. Мы сейчас поговорим о теле. Сейчас я кратко тоже скажу. Второй пункт – наблюдать за своими мыслями. Когда вы начнете наблюдать за ходом ваших мыслей, вы поймете, что вы создаете события. Наблюдать в первую очередь за своими словами. Что я говорю, как я говорю, какие слова включаются. Это путь, то есть это как, если сказать подобным образом, это как ретрансляция или трансляция во внешний мир. То есть тот месседж, который я посылаю людям, понимаете? Поэтому очень многие люди неправильный месседж посылают. Они посылают негативные свои какие-то эмоции, вибрации, и это притягивает свою жизнь. Да, если учесть, что мысль, она материальна, то если человек выпускает отрицательные мысли, то вокруг него создается отрицательное поле. Поэтому первое, начните с наблюдения. Когда вы начнете отслеживать и наблюдать, что творится с вашим телом, умом и душой, это уже первый признак
обратить внимание на самого себя. Это путь к себе. Есть 4 правила счастья, 4 правила любви. Может, это банальные правила, но я бы хотел бы просто их озвучить для вас. А ну-ка, интересно, Вячеслав, 4 правила счастья, дорогие телезрители. Представляете, сейчас вы узнаете и услышите всего 4 правила счастья, и вы счастливые люди. Первое правило счастья – это разрушить иллюзии по поводу себя. На самом деле это очень непростое правило, потому что очень многие люди находятся в иллюзиях по поводу себя, потому что они считают, что они такие белые, пушистые, красивые, то есть они не смотрят реально на самого себя. Когда я смотрю реально на самого себя, тогда лишь я вижу себя реально, какой я, тогда возможно что-то поменять в себе. Без разрушения иллюзий по поводу себя человек и будет дальше катиться как круг сансары. Что это значит? То есть находиться в замкнутом пространстве, в замкнутом круге. То есть событийность будет происходить одна и та же, а понимание, почему это происходит, не будет. То есть первое – это разрушить иллюзии по поводу себя. Второе правило – это попросить прощения. Это очень важно. Попросить прощения у себя, у тех близких, которые мы обидели. Осознанно, неосознанно. То есть это очень важное правило на самом деле. Третье правило – это поблагодарить себя. Мы должны, не должны, не то что должны, скажем, это очень хорошее правило в течение дня благодарить друг друга, Бога благодарить, себя благодарить, людей за происходящие события. Это будет облегчать нам ситуацию, попробуйте, это реально работает, простые правила. И четвертое – это любовь, состояние тихой радости, к которому мы должны с вами стремиться. Опять же, повторю, начните с того, что обратить внимание на самого себя, то есть для начала займемся телом. Сегодня я хотел вам показать определенные упражнения. Первое. В интернете очень много информации, на самом деле не то что воды или ложной. Я лишь вам хочу дать ту информацию, рассказать, то, что я пропустил через себя. То есть то, что я делаю каждый день, и то, что самое главное, реально работает и помогает мне быть здоровым, потому что я не болею. Я счастливый человек на самом деле, любящий в душе, и это правда. Сейчас я расскажу о своих тех правилах, которыми я пользуюсь каждый день, и которые мне помогают быть тем, и которые вы разработали сами, да, Вячеслав? Вы эти правила, вы их собрали, как драгоценные жемчужины, и разработали, и выстроили их в такую цепь, чтобы одно за другим, но которая именно реально работает. Да, работает. В первую очередь, дорогие телезрители, это красиво, это полезно, и самое главное, это доступно каждому. В данной реальности, в мире, в котором мы живем, то есть доступно каждому. Первое, с чего начинается мой день, просыпаюсь с утра, я пью стакан теплой воды, очищенный стакан теплой воды простой, потому что на самом деле это очень важно. То есть, как в машине есть мотор, мы мотор смазываем маслом, да, мы регулярно меняем это масло. Так же самое очень важно смазывать свои кишки, грубо говоря, просыпаясь утром, но очень важно пить теплую воду. Разбудить свой организм, разбудить, да? Свой организм, да. Желудочно-кишечный тракт, чтобы заработал, очень важно выпить стакан теплой воды. И это на самом деле несложно. Проснувшись, привычку, программу себе поставить такую. Это хорошая привычка, хорошая программа. Каждый день просыпаюсь и пью стакан теплой воды. Не кофе, не чай, а именно стакан теплой воды натощак. Потом я бегу на пробежку. Я бегаю в течение 20 минут. Это самое оптимальное время для организма. Очень хорошо идет воздействие всех систем организма, физического тела. Также очень хорошо для тех, кто понимает, или все уже знают, что у нас есть энергетические каналы, у нас есть чакры, энергоцентры. Это все реально работает. И бег способствует тому, что наше физическое тело, и не только, хорошо прогоняет энергию, восстанавливается. Если у вас нет возможности бегать, или там, вы где-то живете, то есть, во-первых, я бегаю не по асфальту, потому что поверхность должна быть специальная. Или кортовые покрытия, как на Эвисе стадионе, или я бегаю по земле. Если что, у вас... босиком? Нет, в кроссовках, но поверхность должна быть не асфальтная, потому что если вы будете бегать по асфальту, со временем ваши коленные суставы, позвонки будут стираться, и негативное воздействие идет, в общем, на То есть по асфальту суставы, да, лучше не бегать. Я думаю, что телезрители, да, запомнили, что, друзья мои, по асфальту не бегайте, по если земле. Если у вас нет возможности бегать по разным причинам, достаточно встать, сделать простую какую-то гимнастику, зарядку. Или вы можете делать, уже у вас есть информация о комплексе Сурья Намаскар, который заряжает энергию на целый день. Вячеслав, и вот вы знаете, у нас не так много времени в эфире, но мне бы хотелось, я знаю, что у вас есть совершенно
5 потрясающих тибетских жемчужин. Это древнейшая техника тибетских лам, телезрители. Понимаете, Вячеслав ведь он не просто говорит, это йог-практик. И он опробовал свои упражнения на себе и готов сейчас поделиться с вами, дорогие телезрители, чтобы вы были здоровыми и счастливыми. Вячеслав уже готов. Вот смотрите, сейчас он нам покажет 5 тибетских упражнений, 5 жемчужин. 5 тибетских, да? Жемчужин. Это на самом деле очень простой комплекс, который под силу делать пенсионерам, молодежи, людям, которые страдают различными болезнями, то есть которые... малоподвижный образ жизни, которые не обладают крепким физическим здоровьем. То есть это очень простой комплекс, если вы будете его выполнять регулярно, ежедневно, в определенной последовательности, определенное количество раз, я могу сказать с уверенностью, что вы будете чувствовать, первое, физическое тело, бодрость, самое главное, идет чистка энергетических каналов. То есть очень много положительных эффектов, которые несет. Первое упражнение. Стопы на ширине плеч. Ладошки, руки разводим и делаем круговые движения старательно против часовой стрелки вначале, потом по часовой. Весь комплекс тибетских жемчужин нужно выполнять 21 раз. Если вам это сложно, начните с 3, с 5, с 7, с 11, с 13, последовательно увеличивать количество повторений. 21 раз делаем круговые движения против часовой стрелки. Потом 21 раз по часовой стрелке. Да, но это чтобы надо голова не закружилась. Поэтому начните с того, что вначале сделайте 5 круговых движений, значит, в одну сторону, 5 в другую. Постепенно увеличивайте количество упражнений и нагрузку. Второе упражнение, мы ложимся на коврик. Так, телезрители, легли, не сидите просто так у телевизоров, ложитесь. На выдохе мы поднимаем шею и голову, и ноги, бедра. Выдох. Вдох, опустили ноги, опустили шею, голову. Выдох. Вдох. Очень важно выполнять упражнение правильным дыханием. Весь акцент упражнения нацелен на дыхание. Подняли голову, подняли ноги, выдох. Опустили ноги, опустили голову, вдох. Дышите выдох. Животом, телезрители, животом дышим. Вдох. То же самое выполняем 21 раз. Если для начала это сложно, начните с 5, с 10 повторений, постепенно увеличивая количество повторов. Третье упражнение. Стали на колени, стопы уперлись в пол, ладошки опустили на бедра. Выдох, скруглили грудную клетку, спину. Вдох, плечи развели. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. То же самое, 21 раз. На выдохе скруглили грудную клетку. На вдохе грудная клетка и плечи. Плечи оттянули от ушей, лопатки свели. Выдох. Вдох. Последовательность очень важна. То есть четко так, это у нас уже 3 упражнения, да? Да. Четвертое упражнение. Стали в столик, ладошки под плечевой пояс. Стопы параллельно полу, подтянули промежность. Бедра завернули внутрь, плечи вниз. На выдохе мы опускаем таз, проносим к рукам. Опустились. На вдохе поднимаем таз. Для усложнения упражнения я показываю усложненную версию. Выдох, пронесли таз. Вдох. Выдох. Вдох. То же самое 21 раз. Стопы на себя. Выдох. Вдох. Это усложненная версия. Пронесли таз. И не опускать его. Более сложно. Опустили таз. Встали. Опустили. Это более легче. Когда вы освоите легкую технику выполнения, тогда переходим конечно, к сложной. Перейдем постепенно и к сложной. Хорошо. И так, пятое упражнение. И последнее, пятое упражнение. Внимание. Ставим на экран. Собака морда вверх. Так. Стопы на себя. Таз вперед. Плечи вниз. Грудная клетка вверх. Собака морда вниз. Выдох. Собака морда вверх, вдох. То же самое 21 раз. Собака морда вниз, выдох. Собака морда вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Это я показал сейчас комплекс. Телезрители, вы запомнили 5 тибетских упражнений? Жемчужин. 5 тибетских жемчужин – это совершенно потрясающее упражнение.
Вячеслав, слушайте, это классно. И теперь напоследок еще я хотел бы... Это легкий комплекс упражнений, его может делать каждый из вас. Сейчас я хотел показать еще комплекс упражнений. Я его назвал «Мои любимые 20», «Мои любимые 20 секунд». Более усложненные упражнения, которые помогут укрепить, в первую очередь, мышцы пресса, бедра и укрепить мышцы спины. Потому что проблема тех людей, которые занимаются в зале, или которые не знают вообще, чем заниматься или куда идти, люди, которые качают мышцы. Мышечная масса со временем усиливается, и тело дубенеет, становится дубовым. Со временем у людей начинаются проблемы с суставами. Мышцу надо укреплять и вытягивать. Поэтому я сейчас покажу упражнения, которые способствуют этому. Да, Вячеслав, я хочу заметить, что это упражнение, эти упражнения разработал Вячеслав сам. Пожалуйста, Вячеслав, будьте добры. Итак, разработать. То есть планка на предплечьях. Важно делать правильно ее. Локти мы ставим поуже, плечи вниз, грудная клетка вверх. Одна ровная линия от пяток до макушки. Стоим 20 секунд. 20 секунд. То есть считать до 20, да? Да, посчитали до 20. Угу. Вытягиваем левую руку в воздухе. Тоже 20 секунд. Постояли. Угу. Поменяли руки. Правое. Тоже постояли 20 секунд. Правая зрители, запоминайте. Упа. Нога. Вытянули ноги. Одну только пока. Поменяли, потом левая 20 секунд. Так, 20 секунд. Вернули ногу, правая рука, левая нога в воздухе. Угу. Теперь нога и рука. Поменяли левая рука, правая нога. Так, хорошо. Возвращаемся. Правая рука, центр коврика и боковая планка. Ух ты. Слушайте, потрясающие упражнения. Простые. Ну, я так думаю, вам виднее телезрители, вы же их делаете. Левая рука. Угу. Да, и тело просто, оно раскрывается. Можно теперь добавить, кому легко, правое колено к правому плечу, например, 8 раз. А ну-ка, давайте, телезрители, оп. Правая коленка, оп. 3. Потом левая. Давайте, 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 делайте. Постояли еще 20 секунд. Так, постояли. Не забывайте постоять, друзья мои. Все. И все. Идет укрепление всех околопозвоночных мышц. От поясницы до макушки. Пресс очень хорошо весь работает. Бедра. Основной группы мышц, которые нужны нам для хорошего самочувствия. И спина. Вячеслав, вы, пожалуйста, оденьтесь, потому что в студии все-таки прохладно. Друзья мои, и спина ваша просто, она воспряла. Представляете, что такое, когда здоровая спина? Потому что очень много проблем, к сожалению, возникает именно из-за спины и большой нагрузки на позвоночник. Правда, Вячеслав? Да. И для того, чтобы этих проблем избежать, друзья мои, всего лишь-то выпили стакан воды, сделали несколько йоговских упражнений, и вы как огурчик. Честное слово, Вячеслав тому пример, потому что мы же не зря его приглашаем в гости. Вячеслав, и главное, чтобы в упражнениях была система, правда? Чтобы не лениться. Чтобы была регулярность. Да. Чтобы вы понимали, зачем вы это делаете, почему. А для этого очень важно стать эгоистом, потому что эгоист – это тот человек, который в первую очередь ищет счастье в самом себе и делает себя счастливым. Давайте начнем заниматься телом для начала, услышать свое тело. И полюбите. Вот для этого начнем заниматься телом. И делать то, что мы сегодня говорили. И, возможно, когда-нибудь мы услышим свою душу. То, чего хочет душа наша. Да, это действительно здорово. Вячеслав, большое вам спасибо, друзья мои. Дело в том, что эгоист – это, в принципе, это не так уж плохо. Потому что если вы здоровы, то и окружающим и легче, и дешевле, и радостней. И сегодня у нас в гостях был Вячеслав Каменев, инструктор йоги, который знает и который умеет быть здоровым и счастливым. Я хочу добавить, что Вячеслав еще вчера был нездоров, он немножечко простудился, но несколько купаний в реке. И смотрите, как огурчик. Берите пример, друзья мои. Це була розмова на тему. На все добре.